Скажи мне, что мы делаем в вампирском гетто после захода солнца? Наберись терпения. Жди. Смотри. Быстрее! Быстрее же! Помогите! Вот та, которую мы ищем. Вампир? Она бесполезна для нас. Пустая трата времени. Не вампир. Наполовину вампир. Один недостаток. Она должна есть. И слишком опасное место для трапезы. Она охотится, ищет отца. Общество. Общество нуждается в ней. Мы оставим ей приглашение. Время уходить. Где? Сука. Ну, пошли. Thank you.
Давай посмотрим, что внутри. Заперто. И окна закрыты. Будем надеяться, что они не забаррикадировали дом из... Все-таки забаррикадировано. Но, кажется, стена... Будьте любезны, мисс Рейн, проделайте для нас новую дверь. Я... Разнеси ее на куски, Рейн! Хорошая девочка. Смотри. Неплохо. Мисс Кровожадность сюда... Неплохо. Тихо, вон он. Активируй ночное зрение, чтобы у... Легкая добыча, если оно... Он лакомый кусочек. Смотри, как светится его аура. И он не... Он спокоен, и он не ранен. Он твой. Прикончи его, или может... Хорошая девочка. Куда теперь? Скажи сама. Воспользуйся... Похоже, здесь делать больше нечего. Клятые кровосос. Поосторожнее со своими родственниками. Могли бы быть и повежливее. Спасибо, что вытащила меня сюда. Обожжу. Ты вампир только наполовину. Если ты искупаешься, то обор... Если я выбью себе глаз, я тоже не умру. Это... Сейчас не время для обмена любезностями. Я верю в свои силы. Как и я. Но это твое первое задание для общества. Да. Что нам пока... Газеты утверждают, что жители города Мортон в Луизиане превращаются в каких-то монстров, мутантов. Я горжусь. Врачи в городе видели несколько биомасс. Похоже, они являются... Именно поэтому мы здесь и находимся. Уничтожь источник инфекции и как можно больше зараженных людей. Не слишком ли радикальный способ...
Ты окажешь им услугу. На последних стадиях болезни их мозги разжижаются. Гадость как. Одну биомассу видели в конце этой дороги на кладбище за церковью. Видишь ту кучу под телеграфным... Что это? Это было человеком. Возможно, это результат последней стадии. Давай посмотрим, что внутри. Похоже, кто-то держался здесь до последнего. Если хоть... Хорошо, что мы не настолько чувствительны к святым местам, как до... Теперь ты готова. Я хочу полистать эти документы. Может, мне удастся найти...
Эта стена тянется вокруг всего города. 10. Я вижу. И... Судя по тому, что мне удалось разобрать, даже самые первые французские колонисты боялись кого или чего. А это что? После черной годины в 1873 году от Рождества Христова был залог. Этой доской, установленной в 1888 году, мы... Пусть эта стена с благословения Господа Бога нашего защитит нас от зла и сохранит нас... Столько строили, и все на... Я хочу еще немного полистать ар... А ты займись уничтожением биомасс. Первый находится на... Yeah.